Другим темам. До наступления календарной зимы остались считанные дни. Комфорт и безопасное передвижение в холодное время года своим обладателям, несомненно, подарят обновки, которые можно приобрести на выставке белорусской обуви, что расположилось во Дворце спорта имени Ивана Рамазана. Постоянные покупатели подтверждают, качество продукции выставки выше всяких похвал. Теплая, мягкая и износостойкая белорусская обувь зарекомендовала себя у магнитогорцев с лучшей стороны. Постоянные покупатели приходят вновь, чтобы прикупить новую пару к зимнему сезону и подобрать обновку своим близким. Валентина Петровна, к примеру, приобрела зимние полуботинки. Тут холода наступили, ходить не в чем пришла. Очень хорошо обслужили, дай бог им здоровья. Купила то, что хотела, и недорого. Обувь, представленная на белорусской выставке, придется впору на любую ногу. Выступающие косточки, высокий подъем, большой размер или полнота – не проблема. Здесь найдется обувная пара на любые, даже самые капризные ноги. Женские сапоги, ботинки и полуботинки представлены в диапазоне от 34 размера до 44, мужские ботинки и кровки от 39 до 49. Эта моделька очень удобная, подошва не скользящая, специальная подошва такая, все они прошитые, высокий объем. У нас очень хорошо их покупают. Зимние модели белорусской обуви способны выдерживать морозы до минус 37 градусов. Подошва обработана антигололедной пропиткой. Надежда Федоровна знает толк в добротной обуви. С белорусской уже знакома, поэтому пришла за второй парой. У меня в прошлом году обувь была здесь, я купила тоже хорошая. Осеннюю я купила. Была довольна. Выставка белорусской обуви будет гостить в Магнитогорске во Дворце спорта имени Ивана Рамазана до конца этой недели. По 28 ноября включительно. Поторопитесь приобрести качественную и комфортную обувь. Дина Наумова, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.